Мы находимся в Грузии, в Кабулете. Приехали с подругой отдыхать. Мы приехали с Армении, из города Степанакерт. Выехали мы 6 часов вечера, и вот только недавно заехали в наш отель. Сейчас 9 часов утра. Получается, всю ночь мы были в дороге. Вот, буду показывать вам комнату. Маленькую, но удобную. Наша комната, дверь. 8-я комната у нас. Открываем, и сразу же две кровати. Одну я уже застелила, не успела. Здесь лежали пододеяльник, простынь, наволочка. Не было полотенец, мы попросили. Вот, ну, стулья две, тумбочка. И вот такой вот шванер, что ли. И внутри оно вот так выглядит. Так, потом окно. Вид, конечно, не центральный крыши, но тоже ничего. А здесь у нас ванная комната, душевая, зеркало. Чисто, конечно. Унитаз. Туалетную бумагу тоже нет. Мы сами должны покупать. Вот так. Вроде все. А это лусабель. А ну, заходи давай. Она стесняется. Ну вот и все. Потом покажу, наверное, еще внутри общую кухню. Кухня, да, у нас общая будет. Сейчас, наверное, пойду и покажу. А, и там лестница красивая очень. Вот такой холл. Кресло. Маленькая кухня. Вот. И балкончик. А с балкончика у нас тоже ничего такого особенного. Спускаемся на второй этаж, потому что мы находимся на третьем этаже. Есть общий ход из второго. Посмотрите, какая лестница крутая. И есть ход еще с первого этажа. Здесь вот такой диванчик и общий вход. Вот так. А это уже снаружи фасад дома. Вот. И выходим на улицу. Пожалуйста. 64-й дом. Вот такая красота здесь.